Владислав Хатаженков – один из самых опытных футболистов на сборе национальной команды. Расскажи, пожалуйста, какие цели и задачи у этого сбора? Ну, цели, прежде всего, наверное, селекционные. Вот. Плюс наиграть какие-то взаимосвязи, то есть, я так понимаю, в каких-то мелких группах, вот, чтобы понимание какое-то пришло. Ну и в первую очередь посмотреть, я думаю, так, что на фоне нагрузки, как люди работают с мячом, думают, как бы. Вот. Ну, то есть, я думаю, что первый, как бы, такой, это акцент на селекцию. И несколько слов для наших зрителей вообще. Каковы тонкости вот этого футбола формата 7x7? Немногие с ним знакомы. Да, в принципе, футбол, он и есть футбол. Как бы 5x5, 7x7, мне кажется, не особо нет разницы. Есть какие-то свои внутренние, да, там, нюансы. И, вот, а так, скажем так, во дворе все играли и 7x7. Сколько придет, столько играет. Поэтому здесь, как самое важное, как человек думает, работает с мячом, и, как говорится, чтобы глаза горели. Насколько быстро вот образуется эта химия между игроками? Как быстро вы друг друга понимаете? Ну, как-то сложно сказать какие-то определенные такие временные рамки, но, скажем так, по первым минутам даже можно уже где-то в квадрате почувствовать понимание какое-то. Вот, естественно, когда уже идет игра, совсем как бы другие скорости, эмоциональный фон, плюс напряжение, сопротивление. Здесь вот как раз идет такая притирка. Поэтому не просто так говорят, да, что через игры лучше набирается. Вот, и в этом плане тоже, я так думаю. А чувствуется вообще какая-то внутренняя борьба внутри коллектива вот, за место в основе сборной? Ну, я не знаю, по себе как бы я скажу, что я не чувствую никакого. Наоборот, как-то все объединились общей целью, скажем так, опять же, притереться, поймать какую-то свою игру и набрать, скажем так, те же физические кондиции. Какого-то соперничества, я как-то, наверное, наоборот, как-то все сплотились, наверное. Все, спасибо огромное.